Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Ушла из жизни народная артистка России. Нелли Корниенко было 80 лет. Прискорбную новость сообщили в Малом театре, где служила Корниенко. Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству. В Малом театре, где Корниенко работала с 59 года, она сыграла свыше 50 ролей. Она выходила на сцену в постановках по произведениям Чехова, Уайльда, Грибоедова. Запомнились ее роли и в кино. Она снялась в фильмах «Ловцы губок», «Свидание молодостью» и многих других. Дата и место прощания с народной артисткой России пока не объявлены. Искренние и глубокие соболезнования близким, родным, поклонникам. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.